Ну а по данным Минздрава, сегодня официально стартовал последний, третий этап вакцинации. Нацкомитет по координации иммунизации утвердил категории граждан, которые могут претендовать на прививку от ковида. Это сотрудники крупных компаний, работники сферы услуг, отелей, ресторанов, салонов красоты, а также деятели культуры, в том числе библиотекари, артисты и вспомогательный персонал. Списки должно составлять руководство фирм и учреждений. Коллективы получат сыворотку либо все вместе, либо небольшими группами, но можно записаться и самостоятельно, позвонив семейному врачу, либо с помощью онлайн-платформы, которую запустят завтра. Se poate adresa și individual, menționând instituția sau dacă face parte din contingentul eligibil pentru vaccinare. La fel, vor fi imunizați și membrii de familie acestor persoane din colectivitățile menționate mai sus.